На острове Хайнань сейчас курортный сезон в разгаре. Всего пару недель назад в регионе бушевал разрушительный тайфун, однако уже через пару дней трудолюбивые китайцы полностью восстановили туристическую зону. Сейчас там отдыхает множество россиян, только из Тюмени еженедельно отправляется самолет, на борту которого из зимы в лето улетает около 170 сибиряков. Просто погода потрясающая для нашего севера. А так пляж это, да, это тоже само собой, чего нету на севере. И это солнце, это красивые девушки, и это, не знаю, солнце, которое тоже поднимает настроение. Буквально на днях на острове закончился чемпионат мира по серфингу, потому Хайнань – одно из лучших мест для любителей словить волну. Курорт омывает воды Южно-Китайского моря, которое входит в акваторию Тихого океана. Здесь мы уже неделю. В принципе, очень довольны. Море необычное. Есть такая есть возможность покататься на волнах. Сразу видно, что это океан. Мы впервые на таком, в принципе, побережье. Но вот самих местных воды Китая не прельщают. Купаться и загорать они не любят. Для них главное событие – это русские туристы. Поэтому нас, европейцев, китайцы постоянно фотографируют. Попали там в ресторанчик местный, мы пришли, там на нас смотрят просто как на, не знаю, инопланетян каких-то.